Окончательно сломалась рукоятка регулировки газа на газонокосилке. Она пластиковая. Я решил сотворить что-нибудь свое металлическое. Можно было бы ограничиться таким вот вариантом из супермаркета. Просто пластина крепежная для деревянных конструкций. Уголок крепежный для всяких самоделок. Ну и, соответственно, болтик. Но тогда надо все время поджимать болтик, и, соответственно, рукоятка будет переключаться достаточно тяжело, учитывая, что надо еще будет и трос таскать. Так как Алиса чаще пользуется газонокосилкой, надо сделать что-нибудь разумное. Поэтому идем по пути усложнения. Будет использован в качестве фиксатора ролик, точнее шарик от подшипника. Будет высверлено отверстие, шарик провалится туда, и таким образом он будет фиксировать в разных положениях рукоятку. Но так как шарик достаточно большой, и проваливаться он туда не может больше, чем на одну, наверное, четвертую своей глубины, будет использован расширитель такой вот, который мы поставим и сделаем вот эту планку толще. Ну, дальше чем рассказывать, проще показать.